10:00, как и было заявлено, на футбольной площадке спортивного центра «Юбилейный» собрались любители здорового образа жизни. Представление тренерского состава, приветственные слова от организаторов. На все про все пара минут. Время дорого. Я хочу от своего имени сказать огромное спасибо молодежному активу города Когалыма, который взял на себя вот такую большую ответственность не побояться вместе с другими муниципалитетами подписаться под этот региональный проект. Ну и в свою очередь, конечно, инструкторам. Перед началом занятий небольшое показательное выступление от фитнес-инструкторов под зажигательные ритмы. А дальше кому что ближе. Кто-то решил попробовать зумбо-фитнес, а кому-то по душе силовые нагрузки. Проект был создан под эгидой Олимпийского совета Югры. Фритрейнинг – это уличные тренировки в летний период на спортивных площадках округа с квалифицированными инструкторами и именитыми спортсменами. Когалымчанин Александр Петренко ни секунды не раздумывал на предложение проводить занятия на открытом воздухе. Я очень рад, что у нас в городе проводится такая популяризация массового вида спорта. Это замечательно, это здорово. Значит, программы подбираем для всех абсолютно уровни подготовленности. Так что все ждем, добро пожаловать, мы очень рады иметь вас. Организатор проекта в Когалыме Алина Логинова признается, что вначале были сомнения, придут ли люди. Опасения оказались напрасными, спорт в городе уважают. Да, я очень переживала за то, что будет мало людей, что не все об этом узнают. Я надеюсь, что и благодаря соцсетям и дальнейшему тиражированию и популяризации нашей здорового образа жизни придет еще больше людей на следующие выходные. На первую тренировку откликнулось более полусотни когалымчан. И не из-за того, что занятия бесплатные, а поддержать инициативу и приобщиться к окружному проекту. Инициатива на самом деле очень классная, поэтому спасибо большое еще раз организаторам, инициаторам данной акции. Занятия на свежем воздухе – это просто заряд бодрости, особенно утром, в воскресенье. То есть это действительно подвиг, и на целый день хочется творить, продолжать, и все здорово. Здоровье, свежий воздух, как раз погода. Прям все сошлось в этот день, и прям классный проект придумали, чтобы город подтянуть, чтобы втянуть спорт вообще. Тренировки на открытом воздухе будут проходить по воскресеньям в течение 2 летних месяцев. Если вдруг дождь или холод, то все перемещаются в зал спортивного центра «Юбилейный». Присоединяйтесь!